В частных домах многодетных и малообеспеченных семей устанавливаются датчики угарного газа. Безвозмездная акция проводится в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Установка приборов проводится представителями специализированной компании по инициативе управления по ЧС города Семей при содействии общественного фонда «Центр семьи» и местной полицейской службы. С началом отопительного сезона в домах частного сектора, в которых используется печное отопление, резко возрастает риск отравления угарным газом. Он опасен тем, что не имеет ни запаха, ни цвета. Согласно официальной статистике, в этом году в Семее произошло несколько случаев отравления угарным газом. В одном из них погибли люди. С начала текущего года в городе Семей зарегистрировано 31 случай отравления угарным газом, при котором пострадали 53 человека, 20 из них детей. Один случай отравления угарным газом у нас был с летальным исходом. Это произошло 16 октября, где погибло трое взрослых человек. Датчики угарного газа устанавливают в первую очередь в частных домах, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи. Отметим, что сам датчик очень компактный и работает на батарейках. Его главная задача, подавая звуковые сигналы, предупредить людей о том, что в помещении опасная концентрация угарного газа. Начинает вот такой тональный звук давать. И любой, вот ваши дети, что вы можете услышать, кто находится в помещении. Если такой звук, вы, значит, должны сразу открыть все окна, двери, чтобы проветрить помещение. В семье Марины и Сергея Куликовых 10 детей, самому младшему чуть больше года. С началом осенне-зимнего сезона в доме топится печь. Хоть глава семейства и тщательно следит за ее исправностью, установку датчика угарного газа он считает не лишней. Тем более, что монтируется устройство всего за несколько минут и не требует специального обслуживания. Сегодня к нам пришли с УЧС, установили датчик, который предупреждает об угарном газе, если дома появился. Потому что у нас печка, вот и дети, много детей. И в целях безопасности, я думаю, это необходимо. Поэтому мы сердечно благодарим. По мнению представителей общественного фонда, установка датчиков угарного газа – нужное и полезное дело, так как их наличие позволяет избежать трагедии, особенно в тех семьях, где много детей. Ведь в силу разных жизненных обстоятельств дети иногда остаются дома одни. Акция очень хорошая, она и полезная, она и нужная акция именно для таких категорий семей. Да и в общем, наверное, для жителей. Я тоже призываю устанавливать вот эти датчики, потому что очень много случаев, когда от угарного газа погибают люди, особенно в частном секторе, где есть печное отопление. Специалисты управления по ЧС отмечают, что такие газосигнализаторы устанавливаются в домах многодетных и малообеспеченных семей бесплатно. В дальнейшем, по их словам, работа в этом направлении будет продолжена. Самат Секенов, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».